О спорте. Завтра в Махачкале стартует юниорское первенство Северокавказского федерального округа по греко-римской борьбе. За путевки на чемпионат России поборется более 40 дагестанских классиков. Их подготовка к турниру уже вышла на финишную прямую. На заключительной тренировке борцов побывал Курбан Рагимов. Традиционная разминка, растяжка и отработка приемов – это последняя тренировка сборной Дагестана перед первенством СКФО. Большие нагрузки уже позади, остается только выйти на ковер. Настрой, как в прошлом году, также боевой, только на первое место. Нужно добраться на чемпионат России и там проявить себя. Там вот самый главный старт. А дальше уже, как получится, чемпионат Европы, мира. Будем стараться. Сегодняшняя тренировка в «Спартаке» проходит в формате мастер-класса. Руководит процессом Николай Монов. Старший тренер сборной России знакомится с претендентами на попадание в национальную команду. В целом Кавказ и, в частности, Дагестан – это замечательная база будущих победителей, потому что именно вопрос в материале, в наших детях, они здесь именно идут в борьбу для того, чтобы становиться чемпионами, в отличие от всех других регионов, которые занимаются многими видами спорта, а просто ради занятий. А здесь все идут в борьбу для того, чтобы становиться чемпионами и сильнейшими. Заслуженный мастер спорта показывает приемы и внимательно следит за их выполнением, исправляет ошибки. Это не первый приезд титулованных классиков в республику. В прошлом году здесь же тренировку проводил Александр Карелин. Такие мастер-классы призваны вывести греко-римскую борьбу на новый уровень. Это не только показ приемов и популяризация определенного вида спорта. Это и общение с легендарными спортсменами, которые добились многого в спорте. Те люди, которые и объясняют ребятам, что самое главное – дисциплина. Без дисциплины ничто не продвигается вперед. Он показал перевод рывком за руку, пятибалльный, мырок, ну и, впрочем, другие. Кто привел тебя? Меня? Папа. Ты кем, какую награду хочешь выиграть? Я? Золотую. Чемпиона мира, Европы, России? Чемпиона мира. К нам приезжал Александр Карелин. Что он показывал? Он показывал, с партера нам показывал разные приемы. Показал, как правильно тащить. Понравилось? Хотели бы, чтобы еще приехал? Да, хотели бы, чтобы много-много разных приезжал в Дагестан, чтобы набирали молодые опыты. За день до первенства СКФО его участники оттачивают технику и тактику, сбрасывают лишние килограммы. С гонка веса для спортсмена – дело привычное. Готовился в этом зале, сейчас приступил к весогонке. Последние килограммы остались. Сколько килограмм? Вот последние 4 килограмма было, сейчас 2 осталось. Тяжело дается? В прошлом году было чуть полегче, сейчас весь поднялся, сейчас в этом году тяжелее уже. Ради чего вся эта весогонка? Ну, я думаю, 77 отбороться, думаю, и дальше в России. Ну, проверить себя, я боролся 82, хочу 77 и на России, СКФО. Хочу посмотреть, как будет. В прошлом году дагестанские классики выиграли общекомандный зачет первенства. В копилке сборной было 4 награды высшей пробы. В этот раз борцы сделают все, чтобы повторить свой успех. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.